вот эта сетка, которая накапливает листья с дерева, это как пленка между поколениями. Когда одно поколение, оно может защищать другое, вот так вот накапливая в себе какую-то энергию. А может тоже оно проваливаться, если уже слишком много этого веса, вот тут тоже есть, то оно просто начинает проваливаться, вот эти все основы падают, все это обрушивается друг на друга. И потом то, что получается у такого рода, у которого накопилось слишком много...